Ferrari, light it, chill with my Mercedes. See my Bentley, what I got with my two phantoms, had a baby. Ain't that crazy? Why you lazy? I get so for life. Уровень 2. Заброшенная глушь. Надеюсь, тут... Ого. Опыта с уровня 130 можно взять. Гаси, это какой большой уровень, поди будет. Ну, я в прошлый раз это читал, но еще раз почитаем. Итак, тройка явилась за героями, и их приключение вот-вот начнется. Амаде переживает за свою семью, Понти жаждет новых подвигов, а Зои, конечно же, думает о сокровищах, которые их ждут. Ладно, это читал все. Вот в прошлой игре, в первой части Трайн, не было вот этих всех катсцен, этих прочих роликов, как бы. А здесь они появились, это даже интереснее. Так, ну и переключение это нам знакомо. Пошли. Да, начнется приключение! Да, будет приключение. Где мы? Куда тройка перенесла нас? Давайте осмотримся и все узнаем. На всякий случай щит выставим. Оба. А это что это у нас? Вот это будет кататься, штукенцы. Я так понимаю. Ой-ой-ой. Вот что это было сейчас вообще? Ну-ка, проверим сейчас. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот я затупил, а. Ну-ка. Я думал, она какую-то функцию имеет. Это бревно. Видать, я ошибся. Так. Восстановились. А что-то он полностью восстановил и здоровье. Ага. Так. Тут тоже опыт заберем. Больше здесь ничего нету, да? Давай, раскачивай бревнышко. Или это бревнышко фиг раскачаешь, походу. Ну ладно. Блин, не получается. Блин, да что ж ты? Не надо вон тот опыт забрать. Что ж ты тут осталось-то? Чуть-чуть надо было допрыгнуть-то. И не допрыгнул. Вот почему у меня не получается вот так вот все аккуратно, так уж резко все одним движением пройти весь уровень. Ну и ладно, фиг с ним, короче. Так. Ой-ой, не получилось. Да что ж ты? Ладно, пофигу вообще, короче. Забьем мы на этот. Эту фигню. Ай-яй-яй. Да не получилось у меня. Ладно. Эй, а чё, в чем дело? Почему опять не получилось? Да что такое, зараза, а? Вот такие вот моменты меня бесит конкретно. Так, надо раскачаться. А погоди, кого я ерунду сюда? Где у меня этот? Вот он, маг. Блин, не получилось захватить его.
Вот так вот. Отлично. Во, один забрали. И теперь вон туда сейчас нам надо. Ой-ой, не получилось. Ладно, сейчас мы вот так сделаем. Эй, да ты чё за раза? Да чё такое, почему не могу запрыгнуть, а? Да давай, залазь, тупая. Ну, винить-то этого персонажа нет смысла. Да что такое, не получается запрыгнуть как надо. О! Да что ты перепрыгнул? На. Да что такое, зараза? Я вот трачу время впустую вообще сейчас. Наконец-то. Наконец-то, ё-моё. Я уже думал, фиг когда доберусь. А это что такое? А вот это что тут? А как я сюда буду забираться, я не понял. Как-то это странно, вам не находите? Ой, я не понял, а вот эти опыт-то как забирать-то надо? Вот это вот что такое светится? Ну-ка. А, странно это. Все. Все очень странно. Блин. Что такое? Ну и водица. Интересно, на картошку она также подойдет, подействует. Так. И чё? Стоп. Вон ты как. Так, а чё дальше? Ну-ка, погоди. Мысль. Во! А, нифига себе! Вот таких головоломок раньше не было. Это интересно. Блин. Ха. Очень интересно. Все так, это собрал все. Так, а туда мы как запрыгнем? Во, надо вот сюда лезть. Вот так. Эх, зараза. Да что это, не запрыгиваешь, что ли? Во. Вот сюда. Так, а тут у нас надо вот это разбить, поди. Я так полагаю. Круто было. Там незачем зацепиться, незачем. Ага. Так. Вот так. Фига там грохочет.
Откройте меню навыков и распределите очки навыков. О, как! Здесь вот по-другому очки навыков сделаны. У меня всего очков навыков один. И он на каждого... Погоди-ка. Я даже не знаю, что мне надо-то. Блинский. Морозная стрела. Замерзшие стрелы. А описание? А, вот описание на А. Почитаем тогда вот это. Левитация монстров. Волшебник может захватывать и поднимать их в воздух, и не только неживые предметы, но и монстров. О, полезненько. Раньше у мага не было чем защищаться. Тюрьма для монстров. Стоимость 3. Волшебник выучил новый трюк, чтобы защитить себя, захватывая врагов внутри коробок, когда колдуют коробки над врагами. Контролирует одновременно до двух призванных предметов. Ой. Стоп. Сбросить. Да. Фу ты, ну ты. Ёпсель-мопсель. Вот это что? Это тоже не подходит. Морозная стрела. Если тетива натянута, стрелы зачаровываются морозом и замедляют врагов. Слабый противник двумя попаданиями замораживается насмерть. При неполностью натянутой тетиве стрелы наносят меньше урона. Замерзшие стрелы. Морозная стрела. Так, это не то, все ерунда. Незаметность. Воровка становится невидимой для врагов. При неподвижности эффект длится до 10 секунд. При движении это время уменьшается вдвое. Маскировка снимается, если коснуться монстра или атаковать. Оу. Фига у него. Тут более интересные способности появились, чем в прошлой игре. Морозный щит. Рыцарский щит становится обжигающе ледяным. Щит замедляет и замораживает противников рыцаря, сражающихся с ним в рукопашную. Метание молота. Рыцарь может метать громовой молот, который способен крушить даже камни. Я тут думаю, наверное, стоит пока не использовать, не тратить очки. И будем их использовать по ходу дела. Потому что я не знаю вообще, какую способность взять. Все интересные. А как я наверх должен забраться? О, погоди-ка. Это фокус интересный. Давай, раскачивайся. Блин, не получилось. Ну-ка. Эй, что такое? В чем дело? Ах ты ж, не получилось. Надо еще разок. Нет, не получилось. Надо понять, как это делается. Мне кажется, я могу сделать это. Оттолкнуться от той стены и запрыгнуть на выступ. Кажется, я могу. Главное только наловчиться и понять, как это делается. Ах ты ж, сука. Ладно, короче, фигней страдать. Чужики, как думаешь, придется драться? Ну-ка. Бери свою ковырялку, съедим мы самого толстого. Ага, враги. Раньше были скелеты, а сейчас какие-то гоблины, гоблиноиды непонятные. Давай. Ну-ка. Так, мы за этим здесь, гоблины, просто и понятно, мне это по душе. А мне нет. Я его понимаю. Так, ладно, вот это сейчас оброним. Нет, не получилось. Короче, у меня же маг есть, я и забыл вообще. А его удалить еще можно. А раньше я такого не помню в той игре, чтобы его можно удаляло предмет.
Так, отлично. Ладно, наведись и удалить. Во как. Раньше такого фокуса не было, по-моему. Так, тут опять какая-то головоломка, да? Ага, тут головоломка. Ладно, сейчас где у нас? Я так понимаю, надо вот сюда поставить, да? Так, и что дальше? Нет, это точно мне не надо делать. Во. Так, ага. Интересненько. Блокируйте атаки щитом. Ну это понятно, это потом. Мне надо понять вот это вот зачем. То есть как это сюда. Так, 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 погоди. Где у нас? Вот оно. Блять. Ладно, сделаем вот так, погоди. Вот так вот. Вот это вот закинем туда. Пусть тут полежит пока. И сейчас мы... А, тут же есть вот один, а я чё ерундой страдаю, ну ладно. Вот так. Угу. Давай, раскачивайся. О! Ух ты, какой большой. А чё он такой большой? Так, теперь мне надо вон туда как-то запрыгнуть. Все. Так, а теперь мне надо блокировать щитом, да? Во как. Отличненько. Так, ну там ничего у нас нету, больше ничего не противно. А, нет, он там какой-то есть и зачем-то. Ладно, посмотрим дальше. Погоди. Вот так. Все-таки вот эта вот штуковина мне непонятно, зачем она тут. Этот светящийся какой-то столбец. А, можно туда, наверное, идти, там навряд ли что-то интересное есть. Так. А вот это, я так понимаю, она будет... О, разломать надо. Ой-ой, стой, куда ты, куда ты? Не... А чё его так трудно убивать-то? Мне это не нравится. Так. Ладно, тогда возвращаемся назад. Эй, не получилось, зараза. Да что ты будешь делать? Опять не получилось. Давай. Ох ты, а там еще есть. Вот так вот. Опять эти зараза. Давай, иди. Вот так вот тебе. Ай-яй-яй, как же туда залазить-то? Ага, и вот туда.
Так, отлично. Теперь мне надо как-то наверх. О, а тут ящик, сундук у нас. И в нем у нас вы нашли картинку для коллекции. Смеетесь, что ли? А где предметы всякие разные? А в этой игре, походу, предметов не будет. Ну ладно, чё уж тут. Так, и вопрос теперь, а туда там, ну как? Вайёпсель-мопсель. Возвращаемся. Ёпрсете. Бесит. Да что ты будешь делать, а? Давай, пролетай. Вот так. А дальше что у нас? Блять, не получилось. Так, погоди, сейчас сразу тогда сделаем вот так. Пока могем. Нет. Вот так. И тогда сразу. Ага. Ей, что не получилось-то? Почему? Во, получилось. И все равно мне надо как-то туда наверх забраться. Здесь у нас что есть? Ага. Вот так вот тебе. Ауч, давай. Давай, добивай их всех. Кроши, кромсай! Главное, сам не подыхай. Блин, почти стих получился, а? Все же я хочу забрать. Ай, не получилось. Угу. Фигня какая-то. Где у нас маг? Вот так. И все же у меня вопросец. А там вот дальше-то как я забрать могу их? Не получилось. Ай, ладно, короче, забьем на них. Время тратить. Потом буду перепроходить просто и все. Ага, не получается. Ах ты, не получилось туда запрыгнуть. Так, сделаем кому вот так. Вот так. Отлично. Эй, а чё я, чё, кого я не понял? А почему я же щитом закрылся? Ой-ой-ой, как все неправильно. Так, и вот это возьмем. Окей. Блин, она.
Ладно. Блин, не получилось. Ага. Так. Маг. Маг. Эй, что, только по одному предмету могу, да? Ну тогда и в чем смысл вообще? Не, могу, конечно, очки навыков потратить. Но туда же как-то можно же залезть, верно? Полагаю. Ладно, фиг с ним, короче. Может быть, и можно как-то. Ага, а чё это я зачем сломал? Блин, ну всё-таки туда как-то же надо залазить. То есть можно же как-то туда залезть-то, а? Я полагаю. Где у нас ящик? Вот он ящик. Сейчас мы его протащим. Угу. Я сейчас чуть-чуть сюда. Стой, не падать! Вот так, вот так, вот так, вот так. Вот. Так, ладно, сейчас попробуем. Да не сюда цепляйся, вот сюда вот цепляйся. Во. Во, наконец-то. Вот так, отлично. А там что у нас? А, тут можно было за что-то зацепиться, а я и не знал даже. Так, ну ладно, это не просто так здесь вся фигня творится. Тут, скорее всего, просто тайничок будет, да? Или нет? Ох ты! Ты чё? Бляха-муха. Ладно, выбираемся тогда, восстанавливаем здоровье. А здесь вот эти сохранялки не полностью восстанавливают здоровье, я смотрю. Стоп. Блин, почему она не крутится? Так-с. Ну-ка, погоди. Здесь вот эти можно чертить, нет? Платформы-то можно, нет, начертить? Нет, нельзя, только квадратики. Так-с. Угу. Во! Ага. Использовать рычаг. Ну ладно, используем рычаг. А для чего он? Тут что открывает? Где? Надо было сначала сюда прийти, открыть рычаг, а потом там мучиться. Я там вообще каким-то непонятным методом прошел. Да, это интересно. Да, ну бывает. Чё? Главное, я там прошел нестандартным способом. Эй, 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 эй. Вообще офонарел, да, дядя? Давай, иди ко мне. Ладно, фиг с тобой тогда. Чё, неубиваемый, что ли, или чё? Дядя, наконец-то. Я думал, ты какой-то неубиваемый. Так, ладно, здесь все.
Ой, блядь. А. Да ёпсель мопсель. О. Ну-ка. Ай-яй-яй, сейчас я тебе. Хм, помер. Отлично, так. Где пузырьки-то, я не понимаю. Вот им пузырьки. По ним надо подниматься. А, нет, они могут поднять. А. Блин, он сейчас лопнет об эту фигню. Точнее, лопнул. Вы нашли стихи для коллекции. Заброшенная глушь. Заброшенная глушь. Моя сестра красавица, ее отважней нет. Она моя любимая, нам с нею 8 лет. Ха, ничего себе стишок. Я думал, что им такое эпичненькое. Ну, хотя какая эпичность того-то может быть. Меня вот что интересует. Так, сейчас мы сделаем как? Надо как-то расшатать эту фигню. Нет, не получается. Ай-яй-яй-яй-яй, давай, давай, залазь. Так, где у нас маг? Чё, никак не достать, да? Поближе. Во. Вот так вот. А дальше что? И как нам туда запрыгнуть на нее? И-е-ху. Фигня вопрос. Вот что, я могу туда наверх запрыгнуть. Погоди, погоди. Блин, а как туда? Эй, а чё не запрыгиваешь туда? Ну-ка, ладно. Нет, не получается. Не получается, ну ладно. Ага. Давай иди. Лети назад. Так. И вон туда. Вот так, отлично. И все-таки могу я что-нибудь. А, уже 2 очка у меня. А, левитация монстров. Ладно, сделаем левитацию монстров, пойди, пусть будет. И как это сделать? Ну так же, как обычно, пойди, да? И что еще нам можно? Вот эти вот мне, пойди, не надо, вот этому магу надо улучшить. Доска. Блин, здесь 2 надо было сэкономить, ну ладно. 2 предмета. Вот это пусть будет лучше, улучшим. Давай, взлетай. Окей. И что тут у нас дальше? А дальше у нас фигня. Так. Ага, вот это вот не просто так, ведь это... Магия же, да? А водичка здесь зачем? То есть нет, водички нету. Здесь вот эта вот штуковина,
Она ждет... А, вон вода, как раз. Какой странный камень. Ух ты, это же огромная улитка. А она моется. Да? Улитка это? Блять, не получилось. Да что ж ты не получается-то? Ну-ка. Так, и раз, вот так вот, отлично. Так, а дальше что? Почему? И чё, кого он? Ну-ка, вот так вот здесь. Во, пошло. Ну вот, уползла. С сапи у него, похоже, проблем нет. А может, надо было по-другому сделать? Я опять затупил, можно было вот эту взять, использовать, перенести и полить. А я щитом ерундой страдал. Ну ладно, тоже неплохо. Главное результат, ведь верно? Это еще что такое? Что бы то ни было, я рад, что оно движется не к нам. Я тоже рад. Правильно говоря. А здесь у нас что? О, бля, опять. Дядя, ты охренел, я тебя бить буду. Ты знаешь об этом? Вот так тебе. Ладно, сейчас мы тебя. Вот так. Рычаг. Погоди со своими рычагами. Мне надо вон там забрать. Как-то надо забрать. Ага, туда я как залезу? Вопросец. А туда я никак не залезу, походу. Ну как-то же можно туда залазить, верно? Я считаю, что не может такого быть, чтобы никак вообще туда не забрать. Только у меня не хватает мозгов понять, как туда забраться. Ладно, так, рычаг, да? Ага. Непонятно. Давай взлетаем тогда, фигли нам, дуракам. О, они долго не живут, значит, да? Да. Отлично. Ладно, сейчас сначала тогда заберем вот это все. Что тут есть у нас? Стоп. Вот так, ну-ка. Эй. Ну-ка, стоп, погоди. Стой. Давай. Yes, заблокировал. Вот оно, значит, как. Все. А я-то думал, в чем дело, а?
На, подарок. Вот так. Все, теперь договашкаем всем. Всяким разным. Нет, не получилось. Еху! Не получилось, зараза. Вот так. Теперь сюда. Сюда. Ой, ой. Ага, так, а туда нам как залезти? Вот так. Да. Покатились. Ау, чау, сука. Ладно. Да, опускайся. Вот так вот. Вот так. Давай, иди ко мне. Ай-яй-яй. Не убивайте меня, дураки. Все. Вроде всех грохнул. Вот так вот. Ну-ка. Ой-ой-ой. Ладно. Ой-ой-ой. Так, я прошел туда. Сейчас мы тебя вот с этой штуковиной попробуем грохнуть. Во. Отлично. Так, там еще что-то есть. Вот опыт опять. Повышение уровня еще одно очко. Мы его пока побережем. Я думаю. Пока их не будет два очка. Что это? Ветер дует? Нет, это из труб выходит воздух. Да, я тоже это вижу. Вопрос, и что нам это дает? О, вот эта система! Вы чё, серьезно? Так, а что с того нам дальше-то? Так, ну вот эта вот штуковина. А-а-а. Погоди.
вроде. И как она, что-то она не крутится. Вращать предмет. Ну и что, она не крутится никак, не это, не вращается, я не пойму. Блин, погоди. А, надо сломать сначала было эту фигню. Так, где у нас колдунишка? Вот так. Во! Так. И чё? Вот как оно, значит, да, делается? Не получилось. Там надо как-то забрать эту фигню. Ну тут большой опыт-то, как-то надо забрать. А как? Ну-ка. Ну-ка. Блять, не получилось, фокус-фокус. А, стоп. Нет, так не получится, ну-ка. Выдвинем. А, не получилось. Не, вот так от меня просто не избавитесь, ребятки. Эх, блять. Так, думай. На кого тут думать, прыгать надо? Есть. Я же говорю, надо не думать, надо делать. Какое милое место. Но я бы не сказал, что милое. Конец уровня, я так полагаю. Все. А, нет, не все. Блин, я думал, все. А выглядело, как будто все. Оба. Босс. Так, и чё им никак его? Только посмотреть на ее размеры. Во, это я зря сделал. Сменить персонажа. Так, вернемся. Так. О, тут кто-то бить меня пришел, да? Кто там у нас? Змей. Не получилось. И как я должен его... Вопросец, как же я должен его грохнуть? Ай-яй, стой! Мне непонятно, что я должен делать. У меня мозгов не хватает сообразить. Блин. Нет, это будет вечно так продолжаться. Ой-ой-ой, ладно.
А? И? Во как! Зараза такая! Долго думал я. И вот вам результат. И вот вам результат. Долго думал. Да. Оба, стойте. Стойте, 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 погодите. Ну там он... Что за фигня такая творится? Нет. А, во! Вот как надо было. Ну, отлично. Хоть сейчас, хоть с трудом, но додумался. Огромный змей и гигантской улитки. Что же дальше? Надеюсь, что огромные жареные кабаны. Ну, на этом конец уровня. Что это за странные люди? Надо бы понаблюдать за ними. Это еще что за тёточка? Ну все, конец уровня, полагаю, точно. Однозначно.